коворкинг-центре в Люберцах состоялась встреча Владимира Ружицкого с предпринимателями. Собравшиеся обсудили возможности поддержки малого и среднего бизнеса, юридические и финансовые проблемы, которые возникают в ходе работы у предпринимателей. На встрече собралось больше 20 компаний из самых разных сфер. Предприятия пищевой промышленности и образования, банки и представители СМИ. Чаще всего бизнесмены обращались к главе с просьбой решить юридические или финансовые вопросы. Я вам скажу, любого предпринимателя, кто бы ни пытался заниматься бизнесом или занимается бизнесом, то его, в первую очередь, волнуют вопросы материальные. Это или площади в виде какого-то земельного участка, либо какое-то помещение в виде каких-то квадратных метрах. Такие встречи с предпринимателями мы проводим регулярно. И те, кто с нами общается и имеет с нами дела, то, по крайней мере, у тех, у кого есть какие-то идеи и мысли, особенно где-то они направлены в социальную, скажем так, в социальную сторону. С просьбой предоставить помещение и оказать финансирование главе обратился директор Люберецкой техношколы Александр Игнатьев. За последнее время его проект приобрел огромную популярность среди местных школьников. На сегодняшний день в школе занимается 2500 детей. Поэтому компании было принято решение подать заявку на областной конкурс. Мы хотим подать заявление от техношколы, заявку на участие в этом аукционе. Там требуется помощь администрации города. Хотели бы вас попросить этой помощи. Что требуется? Нам нужно помещение на льготной какой-то ставке и, возможно, небольшое софинансирование. Владимир Петрович целиком поддержал инициативу техношколы и выразил уверенность в достижении высоких результатов люберецкими школьниками. Было решено выделить ребятам помещение в обновленном доме офицеров. В целом встреча получилась насыщенная. Все присутствующие смогли пообщаться с главой, задать интересующие их вопросы как в рамках мероприятия, так и в ходе личной беседы. Кристина Манасарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.